Выступает вместо нашим чемпионом Оксане Домниной и Максиму Шабалину. Они нас побаловали на этом турнире новыми образами, новым интересным катанием. Себя побаловали золотыми медалями. И пока удача на нашей стороне. Остается только залить этот фундамент таким бетоном, чтобы ни одним соперником было его не разбить. Оксана Домнина в ожидании Макса. Оксана Домнина и Максим Шабалин. И кому-то не дает покоя Рокки Бальбоа. Музыку именно из этого, назовем его, сериала. Легла в основу их показательного номера. И публика скандирует, не желая отпускать российских спортсменов с арены. И так понятно, у чемпионов по два номера всегда. Практически полон стадион. Только в самых дальних углах может найтись пустое местечко. А так Китай
наполняет стадионы зрителями. В каком бы месте соревнования ни проходили и в каком бы виде спорта ни соревновались гости из разных стран. Самый главный номер этого шоу для китайцев еще впереди. Ну а сейчас еще один бонус от наших спортсменов. Оксана Домнина и Максим Шибалин не зря провели время в китайской столице. Победа, она всегда приятна при любых условиях.